Да, третий забег. Много событий одновременно происходит. Еще есть, мы уже говорили, еще есть метание диска вне стадиона. И здесь и прыжок в длину, квалификация мужская. Сейчас мы к этому вернемся. Давайте пока посмотрим забег. Индира Террера, да, бывшая кубинка, выступает теперь за Испанию. Была третья она на чемпионате Европы в 2014 году. Совсем каких-то там тысячные проиграла Кристина Хоругу. Представитель Нидерландов Лизан де Витте стартует по первой дорожке. Чемпионка своей страны в помещении. Финка Марта Милани, итальянка, простите, бежит по третьей дорожке, финалистка чемпионатов Европы. Синет Денни, представительница Ирландии по четвертой дорожке. Илона Усович, белоруска, бежит по пятой дорожке. Седьмая Илона была на чемпионате мира в 2007 году. И с тех пор 50-31, так и стоит у нее личный рекорд. Вторая была на чемпионате Европы в помещении. Третья была на чемпионате Европы в 2012 году. Ирине Василиу, гречанка, по шестой дорожке. Так, ну что? Трое первых выходят напрямую, еще четверо добираются по результату. Очень неплохо стартовала Илона Усович. Мне кажется, вот она достала уже гречанку. Гречанка увидела, что ее достала. Спортсменка, бегущая по предыдущей дорожке, начинает тоже финишировать. Кстати, у гречанки есть родная сестра, близнец Анна. Она тоже бегает 400 метров. Но Илона, похоже, устала. Мне кажется, что-то она очень быстро начала. Ну, а здесь, конечно, представительница Нидерландов просто вне конкуренции. Посмотрите, что творит эта девушка. 92-го года рождения. Она побеждает. Она ничего такого особенного не творит. 82-86. Да. Вот что-то все остальные сильно, сильно слабо уже все это. Сильно слабо, хорошо я сказал. Да, конечно, радуется, радуется зритель на трибунах. 52-86, 52-14, ее личный рекорд. В общем-то, она вложилась очень прилично здесь. Но она понимала, что с ней бегут непростые девочки. А вот эти непростые девочки что-то не оказали никакой конкуренции. Илона Усович очень быстро вроде бы начала первую половину дистанции, но совсем не смогла финишировать. Похоже, травмировалась Индира Террера. Хромает она. Но сейчас мы посмотрим результаты, должны нам дать результаты девчонок этого забега. Трое первых. Ну что, Василию должна все-таки она там попасть, хоть и проиграли они много, но трое выходят. Вот старт победительницы этого забега. Ее как-то упустил оператор в начале, а в конце, вот посмотрите, выбежала на финишную прямую с огромным просто отрывом. Да, гречанка будет второй, Ирине Василио. Вот здесь она вырывает себе второе место. Хотя до победительницы забега ей бежать и бежать. В полуфинале с такими секундами, конечно, нечего делать будет. Так, гречанка, судя по всему, вторая. И ирландка Денни тоже напрямую выходит в полуфинал. Да. Не очень веселый, честно говоря, забег. Какой-то он. Он какой-то странный грустный, очень получился. Да, да. Он очень радостный для болельщиков, ну, на трибуне. Да, да, для победительницы. И совсем, да, слабый для. Вот, посмотрите. У Илоны Усович, видите, 54-58. Вообще никуда. И Денни, посмотрите, ирландка 53-95. Ну, а испанка травмировалась все-таки. Индира Террера травмировалась и не финишировала. Ну что, мы будем...